Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Свои орхидеи, которые у меня были на улице, я занесла домой. Дома мы уже дней 6. Я хочу сделать небольшой обзор, как я все разместила. Ну, в общем-то, все как и обычно. Но часть орхидеи у меня стоит еще на улице. И сейчас я вам покажу кое-что, что у меня там на улице нового появилось. Сегодня, кстати, 2 октября. И потом вот на это окошко, восточное мое окошко, мы еще вернемся. Мои котлеи 2 октября, я еще держу их на улице. Дни у нас солнечные, но достаточно прохладные. Место для них я уже подготовила. Ну, как-то вот прям, не знаю, пусть еще постоят, потому что по прогнозам будет вот очень холодный день, а потом вроде так 17-18, так что я их еще подержу. Но здесь буквально после того, как я сделала обзор на все свои вот эти, что у меня на улице, я обнаружила, посмотрите, Patinara creatone. Вот так. Видно? 2 бутончика. Это будет первое ее цветение, она у меня давно. И вот, наконец-то, как-то мутно, ну, видно, да? 2 бутона. И у... Кстати, никто еще не распустился. Вот эти вот паучки всякие, шелобы, анцидиумы. Здесь вот все дуется, дуется. Но пока никто. Смотрите, что я нашла. Я тут поливала стенгопею. Ну, я ее замачиваю, да, я беру кашпо и ставлю ведро. И когда вот я вытащила, хорошо, что здесь вот второе, то есть кашпо там, и вот здесь такая вот металлическая тоже кашпо. Я ее когда доставала, посмотрите, что... О, еще один. Боже, что она делает? То есть я обнаружила вот этот цветонос. Хорошо, что вот эта вот решетка помогла, так бы я его сломала, потому что я ставлю ее прям, ну, на дно, понятно, да? Вот этого я не видела. Смотрите, второй. Но вчера я заметила еще вот здесь, третий. Может быть, еще и четвертый есть. Так, что это значит? Это значит, что это такая головная боль сейчас будет у меня. В том году я показывала, у него был цветонос, он вышел сверху, вот, ну, отсюда. И, естественно, уже было холодно занести, когда я ее занесла. Цветонос засох. Так, вот здесь проблема, я не знаю, будет ли он зажат вот этой пластиковой перепонкой. Не знаю. О, вот этого я не видела. Слушайте. Нигде больше не лезет. Ой, как бы не уронить. Тяжелое. 3 цветоноса пока. Надеюсь. Ну, в общем, не знаю, это головная боль, потому что я так, ну, я уже просто боюсь, если я ее занесу в помещение на зиму, и они могут опять засохнуть. И вот уже, да, придется думать, как быть. Ну, вот здесь, скорее всего, ничего не получится, слишком зажат цветонос. Ну, вот видите, как... Уже 3 обнаружила цветоноса. Пока подержу на улице, ну, конечно, что-то надо будет делать. Очень хочется мне увидеть ее цветение. Куда такую лошадь? Она тяжелая. Вот когда замачиваешь, грунт набухает, это становится еще тяжелее. А хочется цветов увидеть. 3 цветоноса, представляете? Ну, в общем, вот показала вам свою стенгопею и обнаружила еще один цветонос. Так что вот у меня такие вот здесь осенние новости 2 октября. Ну, больше пока нет. Максима шикарно растет. Больше я нигде не видела никаких чехольчиков. Все как было, так оно и осталось на том же месте. Ну, пойдемте теперь домой. Ой, что-то прям даже солнце светит, да, но уже слабо греет. Так, здесь у меня зацвел Сога Лоренс. У меня вообще такое впечатление, что как дежавю. Вот я каждую осень, когда заношу орхидеи, которые были на улице, все расставляю. И каждую осень я показываю, и он у меня все время цветет. Вот он распускается. Такой красавчик. Но в этом году вот так. Второй цветонос. Так что здесь будет
долгое цветение. Очень мне нравится орхидея. Запах такой, знаете, так с перчинкой, с такой. Я принесла сюда ангрекум, то есть это его место. Потому что уже было, ну, холодно, ночью очень холодные, конечно. Шевериана. В том году я вам ее показывала. И вот она опять осенью дала мне цветонос. Ну, он, конечно, не осенью, он появился где-то в августе, наверное. И, ну, в том году было два цветоноса, и шикарное было цветение. Я ее тут все кручу-кручу. Она все к стеклу, конечно. Но в этом году вот один цветонос. И опять будет потрясающая розовая красота и ароматная. Плотно, плотно. Здесь вот прям вот я сюда все составила. Здесь побольше солнышка по утрам. Так, здесь у меня распустилась сога пони. Тоже, мне кажется, я ее в том году показывала. Но она цвела и зимой цвела сога пони. Она доращивает цветоносы, и с них цветет. Это вот новый у нее цветонос. Вот такие два потрясающих цветка. Очень красивая эффектная орхидея. Вот. И цветонос. Бирки я потеряла, Маша растеряша. Я пересаживала. Это какая-то Филадельфия. Здесь вот тоже у меня, ну вот не помню, вот все, бирок нет и все. Ну, в общем-то, это что-то такое одинаковое, но вот здесь были проблемы. Проблемы были с корешками, я все пересадила и думала, вообще не очухается. Но вот здесь вот хорошо началось, и цветонос вот дала, тоже зацветет, розовенькая такая миленькая. Так, белинка отцвела, там много-много. Это мой Кришна, красавчик белоснежный. Цветонос у него раз. Сейчас залезем под лист. С этой стороны цветонос. И с той стороны... Ой, листом зажала. Вон он вышел из-под листика. Вот, два цветоноса. Потом как-нибудь я их скреплю. У меня вот такая вот... Такой держатель. Я потом их соединю, если получится. Так, сюда я принесла свою... Это моя первая азиатская орхидея, которую я купила по объявлению. И у меня были видео про нее. Она и болела, и потом у нее был клещ. И она, когда стоит на этом окне, листья у нее покрываются, знаете, такое впечатление, что хлороз. И она вообще давно у меня живет на северном окне, эта орхидея. Я ее пересаживала. Вот, и она сидела-сидела и вот дала цветонос. Поэтому я сюда ее принесла, потому что орхидея красивая, ароматная. Название очень сложное, что-то там биркинг какой-то, ефон. Вот у меня бирка, конечно, ефон, ох, биркинг. Ну, в общем, что-то такое вот. И это вот моя самая первая моя азиатская орхидея, который я купила по объявлению. Ну, он цвел, раньше цвел, но вот какой-то был у него отрезок, не было цветочков. Вот пожалела, думаю, пусть на этом окошке здесь солнышко все-таки, потому что вот он все это время жил у меня на северном окне без досветок. Так, всех отмыла, 51 утром было, 60% влажности. Всех отмыла, всех намыла, всех полила. Сегодня тоже буду еще поливать. Всех начистила лимонным соком все листики. Но эти орхидеи на улице не были, кроме ангрекума. Поэтому просто я потом уже все помыла. Окно помыла, подоконник помыла. И когда вот лампы принесла, фитолампы, вот, поставила. Потому что я весной их убираю и досвечиваю рассаду цветочную. И вот все вернула на место. Вот еще красотун. Ой, тоже от него потеряла бирку. Название сложное, сложное. Гибрид такой, там с тираннозаврусом. Он цвел все лето. Я его, кстати, показывала. Он шикарно растет. Цвел все лето, доращивает цветоносы. И вот выдал опять цветонос. Очень красивый цветок. И вот будет опять цвести. Морковку новую сюда принесла. Так, ну а здесь, в принципе, у меня все мои старички. Просто, говорю, всех начистила, помыла и разместила. Вот у меня тут еще что есть. Это я выращиваю с размера 1,7. Крошечный был такой, ой, малыш. И вот выдал мне цветонос, представляете. Периодически чего-то он там помирать собирался. Но как-то мы с ним находили общий язык.
подсыпала грунт, грунт меняла, не раз была пересадка, и тут смотрю, что-то растет. И вот, надеюсь, процветет. Единственное, если мы будем включать отопление, а мы его уже включаем, потому что ночь холодная, мы так немножко дом прогреваем, потом выключаем. Ну, вот здесь, конечно, будет суховато, но все-таки надеюсь, что он зацветет. Так, вот этот красотун, ну, я уже его не показываю. Это вот мыльные, которые орхидея имеет, мыльный запах. Ефон парфюм кофе. Он цветет постоянно. Он стоял у меня на северном окне, и там тоже активно он цвел, и орхидея цвела и набирала, выдавала новые цветоносы. Ну, так как у меня здесь летом немножко было попросторнее, я сюда принесла, и вот он цветет и цветет, и вот опять цветонос. То есть постоянно отцветает цветонос или цветет, и во время роста опять цветонос. Ну, все, здесь больше у меня, в принципе, ничего такого интересного нет. Это вот показываю, как все это окно к зиме готово. Единственное, что я сюда принесу еще одну морковку свою. Здесь все-таки лампы. И света побольше, и тепла побольше. В том году она шикарно тут цвела, морковка. Вот принесу сюда еще Наташу. У меня кто-то спрашивал, как моя Наташа. Наташа сидит, я ее пересадила. Она была получена стаканчик мох. Посадила я ее в мульчу. Выглядит Наташа уже лучше. Растет, там у нее растут корешки. Вон какие у нас корешки. Это вот она в мульче. Потому что мох мне уже как-то ее было жалко держать. И вот смотрите, какие у нее корешки у Наташи. Надеюсь, Наташа порадует меня цветением когда-нибудь. Ну, конечно, вот 1,7 такой маленький размер. Также у меня тут стоит мой увлажнитель воздуха импровизированный. Вот, и, в общем-то, вот такое вот окно. Тут мы к зиме готовы. Мне кажется, эту фразу я произношу каждый год. Тут цветы к зиме готовы. Ну, что-то добавлю. Сейчас я сделаю небольшой такой поливчик. Вот. День прекрасный, пусть и холодный. Вот это, конечно, красота просто. О, какая красотища. Вот такая сугапония. Ну, вот... Надеюсь, она потом дорастит свои вот эти вот цветоносы. Больше не видно. Тоже очень охотная орхидея на цветение. Приглядывайтесь к ней. Очень красиво и эффектно. Ну и вот этот вот в этом году прям молодец. Два цветоноса. И будет красота. Шри-Ланку покажу. В том году были очень длинные цветоносы. Прям вот под метр, наверное, такие огромные. Но вот в этом году один. Так что она у меня тоже молодец. Так, идем дальше. Так, это я просто мимо пробегала. Это кухонное окно. Здесь все лето у меня цветут мои сказки. И цветут, и отцветают, и дают новые цветоносы. Вот на этом два горшке. И вот здесь вот тоже есть. Это сказка, которой пилорик все лето процвел. И опять у него отцветает. И вот там у него раз, еще два цветоноса. Вот такая красота. Я говорю, это самое такое, все лето было ароматное окно. И там у меня там Леодора, он отцвел, все лето цвел, и вот опять дорастил цветонос и вот бутончик. То есть вот это такое ароматное окошко на кухне. И вот здесь вот так вот. Все лето, посмотрите, какие бутончики. Ну да, два цветоноса еще вот здесь есть у сказки. Так, бежим дальше. И восточное второе мое окно. Здесь практически все были на улице. И сюда я принесла те орхидеи, где есть цветоносы. Зигапиталумы, я вам показывала его в обзоре. Тоже вот сюда поставила, потому что здесь два шикарных цветоноса. Сейчас залезу. Вот они. Остальные я занесла на место зимовки. А вот там, где есть цветоносы, просто мне хочется видеть, не ходить туда-сюда, а хочется видеть, как они зацветут. И вот принесла домой с цветоносами. И вот здесь вот тоже зигапиталум ангел, который тоже цветонос, тоже хочу видеть цветение, поэтому вот принесла его сюда.
Так, фрак встал на свое место. Пока я недосветку не включаю, солнышко светит. Вот такая красота, такой красивущий забор. Обожаю этот виноград. Мне кажется, даже зря, что мы сняли его с дома. Но он очень агрессивный, лез под плитку, вот, под дерево. Ну, вот так сейчас красиво. Прям вот осень-осень. Так, фрагмипедиум шикарно вот у него. Я тоже показывала в обзоре с улицы. Цветонос. Пока не досвечиваю. То есть вот поставила все сюда. Ну, досветку не включаю. Вот есть солнышко еще какое-то. И я думаю, что пока этого будет достаточно. Россиоглоссум тоже. Один у меня в другом месте. А тот, который с цветоносами, он здесь. Тоже хочу видеть его цветы. И вот он тут у меня. Немножко ему тут тесно. Вот, но я думаю, что... Вот еще второй-то у него цветонос. Вот видите, уже бутончики какие. Может быть, еще неделька, полторы, и здесь будет красотища. Так, тут у меня спрашивал, как моя Минмару поживает. Минмару вообще очень хорошо поживает, она растет. Но больше всего у нее растут корни. И чаще всего у нее растут корни. Вон опять у нее там корень. Здесь корни. Периодически она выдает новые листики. То есть она жива-здорова, но тоже цвести она у меня не хочет. Так, кто у меня здесь еще? Так, сидерею джапонику я тоже с улицы принесла домой буквально вчера. 1 октября я заносила свои бульбофилумы, а так как она была с ними на одном стеллаже, я ее тоже принесла домой. Но здесь, я не знаю, цвести она вообще отказывается. Тоже периодически корни, но никакого цветения. Так, анцидиум здесь. И здесь у меня, посмотрите, посмотрите. О боже, это вообще... Он давно уже распускается. Цветонос у него появился, по-моему, где-то в начале августа. Для меня это была полная неожиданность. Потому что, ну, я и дендробиум — это вообще отдельная тема. Мы не дружим. Это дендрофаленопсис. Посмотрите, какие у него огромные цветы. Для меня это вообще просто удивительно. Я восторгаюсь, поражаюсь. И я просто вот не могу налюбоваться. Вот так вот он. У меня их два. Было три. Я покупала, это поставщик Култана. Один у меня погиб. Два осталось. И вот они все сидели-сидели. И один выдал мне вот такую красотищу. Вот еще столько бутонов, ну я просто в шоке. Мне нравится, я смотрю на фотографии дендробиумов, они, конечно, все потрясающие, но так как вот почему-то с ними я не нахожу общего языка, поэтому у меня нет. У меня еще хибики остался на улице, я его пока тоже там оставила, а вот этот у меня красавчик дома, и просто полный восторг, это такие огромные цветы. Даже мерить не буду. Здесь, наверное, все хорошие 8 сантиметров. А второй тоже он надулся. Вот он, я его сюда пока воткнула. Они вместе стояли. Он вроде тоже, бульба у него надулась, раздулась. И я все заглядывала в серединку. Думала, он даст тоже мне цветонос. Но вот он выдал боковой рост. Так что вот один только меня порадовал. И у него тоже есть новый рост. Вот. То есть он и цветет, и новый ростик у него растет. Слушайте, ну это красота. Сейчас я вам покажу его бирку. Ой, я когда делала пост по цветению, я неправильно его назвала. Вот это кто? Вот его название, а я написала Райкинг. А Райкинг — это тот второй. Да, это вот этот вот, который не зацвел, а тот надо мне исправить. Мою ошибку. Ну сейчас он побольше зацветет, я сделаю красивую фотографию, так что это вот так называется. Вот я тоже. Ну ладно. Так что здесь мы тоже разместились. Фитолампы пока не включаю. Ну, как обычно, они у меня все стоят. Фраги вместе. Ай, ну вам еще покажу. Как это можно не показать? Красиво. Так что видео короткие. Я буду делать такие небольшие видео, потому что у меня мой компьютер уже не тянет длинные видео. И поэтому вот на таком красивом дендрофаленопсисе видео я свое закончу. Буду держать вас в курсе. Потом, когда я все занесу домой, не домой, а вот на место зимовки, остальные свои котлеты, я тоже сниму видео. Может быть, раньше вам что-то еще покажу.
Да, кстати, покажу. Конечно, покажу. Чуть не забыла показать. Я уже не буду носить туда-сюда. Ну, отцветает адениум. Ну, это не про адениум. Я вчера бегала на почту, получила новую котлею. Вот. И вот он уже в горшочке, дуриганчик. Пока стоит здесь, потому что у меня здесь светят лампы. Для адениумов хороилки у меня, хороилки, ну, не знаю, показать, давайте покажу, потому что они все лето цвели. Вот мои красивые хороилки, очень нравится им это место, и вот прям сама не нарадуюсь, все лето цвели, 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 цвели. Ну, в общем, вот так, у меня теперь есть новая котлея, горшочек как раз ей сгодился. У меня есть дуриган. Шикарный куст, потрясающий, все было обработано, посажено. И теперь мы нам главное вырастить хотя бы один, ну, были там корешки. Ну, очень хочется новый корешок, и тогда, значит, все у нас получилось замечательно. И котлея приживется и будет расти. Так что вот новую котлейку, а Мими, сейчас я вам покажу и Мими, а Мими погибла. Так, пока пробегаю здесь мимо, бульбофилумы сейчас будут все поливаться, потому что вчера занесла с улицы, они были все холодные. Перегорела у меня вот этот свет, линейная лампа от мини-фермер еще весной. Повесила сюда вот такую, я думаю, хватит им на зиму места. Так что они вот на зимовку тоже все собраны на своем подоконнике. Сейчас я все буду замачивать, отмывать и все. Надеюсь, что кто-то тут зацветет. Так, ну и Мими. Все, что осталось от Мими. Котлея пришла, кто смотрел видео, я, честно, у меня первая котлея, которая пришла с проблемой. До этого не было проблем таких вот серьезных у котлей, поэтому я, в общем-то, прощелкала этот момент. Я тогда ее обработала, замочила, потом я посадила, но все подозрительные темные места я намазала квадрисом. На следующий день у нее почернел новый рост, и потом периодически я начала спрашивать у более таких вот профессиональных людей с котлеями. Ну, в общем-то, мне сказали, что котлея не жилец, и сразу у нее шансов на выживание не было. Черная гниль, и, в общем-то, лучше ее выбросить. Из горшка я ее достала. Она лежит у меня, сохнет, но периодически у нее, как видно, то есть, ну, выкинуть ее уже можно. Все равно здесь уже ничего не будет. Просто я вот держала ее, чтобы вам показать. Вот такой опыт. Первая бразильская котлея пришла с проблемой. Ну, я говорю, что квадрисом было все замазано, обработано, и листики там, вот где мне чего не понравилось. И та бульба, которая на видео промелькнула, я тоже ее тут же отрезала. Место тоже было залито, замазано квадрисом. Но это вот идет по ризоме, и поэтому вот красотки Мими у меня больше нет. Отправляется в Орхорай, вот вам показываю. Так что, когда получаете, говорю, это первый раз, и я просто вот, ну, прощелкала, потому что все котлеи, которые я получала, не было таких проблем, серьезных проблем. Вот. И, в общем, вот такой у меня полутрупик. Ну, уже можно сказать, трупик. То есть это серьезная проблема, которую котлею спасти невозможно. Заболевание идет по ризоме, и каждая бульба заболевает и умирает. Ну вот, собрала все в одной куче. Ну вот такой быстрый обзор по подоконникам, что здесь случилось с орхидеями, какую я получила, какая погибла. Я вам сняла. Прощаюсь вот на этом прекрасном дендрофаленопсисе. Просто восторг. У меня такой восторг. Надо же, какие большие красивые цветы. Так что до встречи на моем канале. Буду держать вас в курсе, как зацветут какие-то у меня еще интересные орхидеи. Всем пока!